Утренники в детском саду – замечательная возможность для родителей увидеть, как развиваются их дети. Как они быстро повзрослели, мы оглянуться не успели. В один голос ахают родители маленьких непосед. Кажется, только вчера они пришли первый раз с мамами за ручку в детский сад. И вот уже пришла пора сказать прощальные слова саду, теплому, родному, гостеприимному дому. Выпускной праздник прошел 23 мая в группе «Колосок» сада «Теремок». Заведующая Татьяна Радивилова пожелала успехов и удачи ребятам и родителям. Когда детей любишь, у них все равно в душе идет очень большая работа и хороший отклик. Желаю вам грандиозных успехов, побольше грамот, побольше пятерок. И еще желаю, чтобы ваши родители всегда говорили: «Вот у меня сынок, а вот такая у меня дочка». Концертная программа была построена таким образом, чтобы выпускники могли показать свои знания и таланты. Все стихи и песни были посвящены родителям, воспитателям и любимому детскому саду. Это первый выпускной бал в жизни детей. Красивый, но одновременно грустный и очень трогательный праздник. Впереди их ждет еще очень много нового, интересного, захватывающего. Но этот праздник они запомнят на всю жизнь. Осенью начнется совсем другая жизнь. Школьные радости, товарищи, переменки, звонки и прописи с букварями. Первые трудности, ответы у доски, оценки и домашние задания. Закончился выпускной на улице, где в память о беззаботном детстве ребята выпустили шары в небо.